Зары. Опять я снова в Заре. Но я шла за другим, проходя мимо Зары, так заглянула, и все, не могла уйти уже, девочки. Вы знаете, как это бывает, когда вот идешь куда-то, а потом раз и свернула. Вступление. Сейчас буду жаловаться вам. Люблю Зару и ненавижу, потому что, во-первых, гремящая музыка. Безумно гремящая. Сейчас выключили, кстати. Сейчас включу снова. Малюсенькие, грязные, примерочные, совершенно с каким-то, вот видите, тут разбитое вот стекло. Фу. Значит, три крышка должно быть, один отломан, ни какой-то буретки, ничего. Вот куда я должна положить свои вещи? Вот скажите мне, пожалуйста. Сумку я как-то привесила, а вот это все у меня, ну, в общем, я вечно как бы это... Вечно старая брюзга, всегда чем-то недовольна. Короче, пытаюсь найти, видите, кручусь, как это самое, пытаюсь найти хороший ракурс. Все, вступление закончено. А, еще нет, не закончено, сори. Уже минута 13 я вступаю. Очередь стоит в примерочную. Значит, девчонки-студентки стоят на входе, которые как бы вот говорят, кому заходить, кому нет. И люди выходят, то есть примерочные освобождаются, а они стоят бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла между собой. И люди стоят и ждут. Я возмутилась, я была первая в очереди. Я возмутилась. Я говорю, девушки, вы видите, что у вас там три примерочные пустые, у вас тут очередь стоит. А, да. Не извините, не простите, ничего. Вот просто, а, ну да, ну да, иди. Короче, люблю Зару, ненавижу их сервис, ужасный сервис. И магазин такой трэш прям ужасный. Ну, не везде, вот в этом локейшн особенно. Просто здесь работа близко, поэтому я сюда хожу. Все, две минуты наговорила вступление. Давайте теперь смотреть, что я принесла в примерочную. Сегодня все зеленое, девочки, меня пробило. Ну, почти что вот. Ну, это, можно сказать, практически зеленое платье с какими-то сиреневыми вставками. Ну, вот это не совсем зеленое. Просто мне очень захотелось примерить эту кофту. У нее очень красивая рубашка льняна, и 100% лен. Очень интересная вот здесь, вот видите, бисером вышивка. Не знаю, как это стирать, ну, в общем. Здесь тоже у нас бисер. Это юбка, брюки, кофточка такая. Значит, вещей не так много, но я вам хочу сказать, все абсолютно вещи, кроме вот этой вот, вот этого топа, свитерка такого тоненького летнего, все абсолютно натуральные. Хлопок, вискоза, лен, все. Вот синтетика только вот это вот. Это я, как всегда, защитница Зары и пытаюсь показать, что в Заре можно одеваться в натуральные ткани. Но не дешево, конечно. Вот это вообще дорогая штука, потому что она еще с вышивкой, с этой бисером. Поэтому я, кстати, посмотрю, как у них написано, как ее стирать. Со всеми этими вот бусинками. Хотя, может быть, если вывернуть на левую сторону, то не знаю. Все, давайте примерять. Да? Давайте. Первый наряд. Буду потом себя снимать вертикально, потому что, видите, маленькая примерочная. Себя забыла показать. Ну ладно, я сегодня первый день пошла на работу, первый день за 2 года. Полный день я сидела в офисе, поэтому я такая немножко устала, непривычно, люди вокруг. Странно, да? Я вам покажу свой наряд потом, когда я буду снимать свои аутфиты на неделю, я вам его сниму. Как раз вот он уже у меня готов и есть, и сделал. Так, как же мне, чтобы... Дальше, вот здесь может лучше. Значит, первый наряд, у меня вот такая вот юбка с запахом, с очень красивой вышивкой бисером, посмотрите. И она вот именно вот такая вот, знаете, как немножко пляжная такая, вот так вот, ой, пардон. Запах, значит, здесь она застегивается на пуговичку, и здесь прям вот завязывается вот таким вот узлом. У меня когда-то очень давно была такая юбка, я ее носила, и хвостом грива. Вот если честно, я не знаю, я люблю такие фасоны. Она вроде бы как и юбка, но в то же время какая-то такая немножко пляжная. И вот, конечно, надо было, может, что-то внутрь заправлять, потому что, вот видите, это должно быть видно. Это же красиво, это же самое красивое, что есть в этой юбке. Вот такая вот вышивка. А еще что мне нравится, что вот эти все складки, они как-то пузо закрывают. Видите, живота не видно. Ну, не очень видно, так скажем, да? Давайте вот эту заправим сюда, чтобы она не закрывала нам красивый обзор нашей вышивки. И кофточка такая просто ажурная, вязаная, такая, ну, не совсем, я бы сказала, летняя, но весенняя, да, так скажем. Она
вся хоть и в дырках, но в ней как-то довольно жирковато. И она очень коротенькая. Но вот я взяла ее, чтобы еще померить вот эти брюки. Поэтому мне кажется, что это будет красиво вместе, потому что брюки такие высокие, вот юбка тоже, в принципе. Ну, в общем, вот так она выглядит, вот такой длины, вот этот разрез здесь. Шелковистая такая юбка из вискозы. И потом скажу, сколько стоит, какой размер, когда я сниму. Не буду сейчас заморачиваться, потом покажу ближе на вешалке и покажу. Юбка размер медиум, стоит $80. Удивительно даже, что-то дорого, да? Удивительно, что я влезла в медиум, слушайте, я... Может, потому что это запах, и как бы он, его можно регулировать. Хотя я хочу сказать, что вот эта вот здесь застежка вот внутри, да, она как бы не очень... То есть она, если мала, то мала. Здесь-то можно как хочешь завязать, а в принципе вот эта застежка внутри, она не регулируется. Ну, anyway, вот такая вот вышивка бисером красивая. И 100% вискоза, как я и сказала, цена, я думаю, за вышивку. Потому что, в принципе, у них вот эти такого типа юбки стоят по 60. А это 80, я думаю, потому что здесь есть вот этот бисер. Я не знаю, это ручная, не ручная. Ну, в общем, короче. Вискоза. Выглядит как шелк. Такая очень приятная. Тоненькая, легкая, классная. Расцветка такая классная. Нравится, понравилась мне эта юбка. Классно. Брючки, которые мне маловаты. Лен с хлопком, размер медиум. Ларж не было, девочки. Хотела я взять ларж. Я знала, что медиум, конечно, мне это не совсем мой размер. Для брюк. Юбки я еще как-то могу иногда, брюки, конечно. Вот. Но что было, как бы, знаете, здесь не всегда есть размеры, поэтому не всегда это как бы... То есть я в них застегнулась и влезла, но они прямо вот... В талии еще ничего, а вот в пузе и вот в боках, вот здесь вот прямо очень облегает, очень так жмут. Хотя, я хочу вам сказать, если это лен с хлопком, они, вероятно, могут быть растянутся в носке. Ну, конечно, я бы не стала брать такие. Я бы, конечно, взяла на размер больше. Если бы он был, и примеряла бы лучше на размер больше, и купила бы. Если бы купила, то на размер больше, безусловно. А то я два, чтобы они как бы так свободнее, когда они прямо очень облегают. Что мне в них не нравится? У них нет карманов. А, как это брюки без карманов? Но у них очень высокая посадка. И вот с такой вот, с таким коротеньким топиком прямо очень симпатично. Особенно если учесть, что здесь вот эта вот вышивочка такая беленькая, ну, молочного цвета. Прямо очень подходит по цвету к топу. Симпатичные брюки, значит, они как пилоты, 7/8. 7/8 это называется длина, да? Вернее, я думаю, что для девушек высоких это будет как 3/4, а на меня 7/8. А может и нет, не знаю. Ну, как бы они на мне коротковаты, но я думаю, что для человека с более высоким ростом они будут как бы, ну, именно вот совсем килоты. А у меня получаются как будто бы такие длинные килоты. Но мне нравится такая длина. А внизу, видите, у них вышивка такая более разнообразная. А я потом ближе тоже сниму. Ну вот так вот они выглядят. С этой кофточкой неплохо, мне нравится. Но малы мне, малы, конечно. Я немножко ошиблась. Это не лен с хлопком, а лен с вискозой. Значит, 17% льна и 83% вискозы, но все равно хороший довольно состав. Вот видите, $80 они стоят. У них тоже брюки обычно дешевле, я думаю, что за счет вышивки. Там здесь какая-то вышивка, бисер, не бисер, они всегда немножко дороже. Да даже не из-за состава, я знаю, как бы в Заре. У них может льняное платье стоить, я не знаю, $80, а какой-нибудь синтетики может стоить 120. У них какие-то там свои линейки, которые они оценивают своим очень своеобразным образом. Но вышивка, видите, красивая. Вот внизу вот такая вот, такой белорусский народный орнамент. Я жила в Беларуси, родилась в Беларуси. Я помню белорусский флаг, если я правильно помню. У него сбоку идет такая, как будто бы такой, знаете, орнамент. Ну, вот, мне кажется, очень похож. Девочки, поправьте мне, кто из Беларуси, я просто уже, может быть, забыла. Ну, вот такие симпатичные брючки. Единственное, что нет карманов в них, как-то это не очень. Ни спереди, ни сзади. А сзади есть карманы, видите, я даже не разглядела. Хорошо, что я перевернула. Сзади вот такие вот кармашки. Что совершенно useful. Это совершенно не нужно.
Вот зачем сзади карманы? Попу прикрывать, что ли? Вот чтобы они сделали вот спереди карманы, чтобы было куда руки совать, там, кошелек, телефон, ну, в общем. Так. Еще одни брюки, я сегодня по брюкам пошла, классные, вот эти прям, во-первых, размер мне наконец-то подходит. И у них как раз вот то, что я говорила, видите, карманы и сзади пришиты, и спереди. Значит, все вот это вот шитье, и поскольку здесь, видите, оно прозрачное, то есть вот такая вот подкладка, вот до сих пор она идет, чтобы вам не светить своими труселями. И принц тоже зеленые, кстати, мне сегодня тоже понесло на зеленый цвет. Эти вообще шикарные, правда, мне так они нравятся, прямо очень. Во-первых, ну вот тоже такая длина, вот на меня она выглядит вот таким вот образом. А на более высокую девушку они, наверное, будут вот, вот как-то вот чуть-чуть. Вот, наверное, как-то так. Но мне вот больше даже нравится вот такая длина. Я их мерю, продолжаю мерить с этим топом, хотя у меня есть для... Хотя у меня для них есть другой топ. Льняной. Не полностью льняной, а в общем лен там с чем-то. Вот такой вот белый, с отделкой такой вот светло-зеленой. Вот. И, как всегда, перекрикиваю музыку, перекрикиваю орущих соседей за шторкой. Что-то безумное. Короче, брюки классные, девочки. Мне нравится, что у них есть подкладка, и мне нравится, что подкладка доходит вот до сюда. То есть они как бы не полностью, то есть они продуваются, вот если жарко, то сюда как бы вот продувает ветерок, но вот здесь вот все закрыто, чтобы у вас ничего не светилось. И состав у них тоже лен с вискозой, не лен с хлопком, а лен с вискозой. Боже мой, какой у него голос, эрихонская труба, какой-то ужас. Короче, вот, с этим топиком я померила. Сейчас я вам померю с другим топом эти брюки. Смотрите, какая прелесть. Лен с хлопком. По-моему, 60% хлопок, 40% лен или наоборот. Я потом посмотрю, неважно. Значит, размер медиум, цену потом посмотрю, когда сниму себя и покажу вам. Тоже такой вышивка типа белорусского флага. Вот, кстати, очень похоже на вот это вот. Правда же? Смотрите. Такая же. Такая же, правильно? Мне очень похоже. И очень подходит, кстати, к этим брюкам. Правда? Мне кажется, цвет такой, он не тот же самый, но какой-то такой по оттенку очень подходит. Видите? Вы слышите меня или вы слышите даму в соседней примерочной? Я не знаю, я себя не слышу, поэтому слушайте, девочки, скажите мне. Я смотрю многих блогеров. Многие ходят по магазинам и делают примерки. Но таких крикунов, как в Канаде, я не встречала. Я смотрю из Европы, там из Америки девочек. Они себе ходят, примеряют, все тихо, спокойно, нормально. Максимум музыка орет. У нас это какой-то дурдом, какие люди шумные, какой-то ужас. Но вы слышите, я не знаю. Так, короче, красиво, девочки, мне нравится эта блуза. Она натуральная и очень приятная. Хороший такой состав и очень хороший этот самый. Хорошая, красивая вышивка. Не соображаю, мне мозги вышибают от этой музыки, от этой тетки. Не соображаю, что я говорю. Так, я сначала вам сниму эту блузочку, свитерок, симпатичную, синтетика, $40 дешевая, смол я примеряла, потому что она очень широкая такая здесь, ну не очень, но широкая, ну можно было бы и медиум, ничего, никогда не знаешь, берешь примерочную, никогда не знаешь, какая она на самом деле по размеру, может медиум была бы более длинная, было бы лучше, но вот этот вот рисунок, узор очень красивый. Так, это 60 лен, 40 хлопок. Стоит она $60, не так уж и много. Medium размер. Ну как немного? Для блузки может и многовато, но в принципе для натуральной ткани лен и хлопок плюс вышивка, по-моему, не так уж и страшно. Видите, у нее рукавчик такой на резиночке здесь.
воротничок вот тут вот тоже такой с вышивкой. Очень миленько. Миленько и так не броско, не ярко, но интеллигентно, так элегантно. Видите, здесь даже как-то так вот сделано. Симпатично. Еще одна блузка льняная. Давайте скорее снимать, пока орущая тетка заткнулась. Это она по телефону говорит, чтобы вы понимали. Советуется, примеряет и советуется, покупать или не покупать. Вот это я вообще не понимаю. Вообще не понимаю такого. Ну ладно. 100% лен. Белая. С вот таким вот синей вышивкой, бисером. Значит, раз, два, три, четыре. И, наверное, что-то на спине. Нет, на спине. А, нет, это там. На спине. Ну, потом я сниму, я вам скажу. Есть одна. Две такие, два листа таких сзади. Это размер смол. Почему-то мне тоже показалось, что она очень большая, но она не очень большая. Но смол нормально, но можно было бы и медиум. Воротник меня этот раздражает. Прям воротник вот такой вот, знаете, как будто это какая-то рубашка в офис. Но это же нет. Пуговицы синие. Оля, не ругайся, я знаю, что ты любишь. Оля из Финляндии. Я знаю, что ты любишь, когда пуговицы в цвет одежды. Но мне кажется, что здесь это оправдано, потому что они пуговицы сделали в цвет вот этой вот бисера. Вот, поэтому, видите, они точно в цвет. Ну, короче, в общем, вот такая вот. Она с разрезами. Может, с этими брюками не очень хорошо, хотя, в принципе, не, почему нет? Единственное, что, ну, вот здесь синяя, а это зеленая, но ничего страшного. Я думаю, что совсем неплохо. Просто у меня нету других каких-то брюк, чтобы померить синих. Так, лен, 100% лен. Стоит она $100, недешево. Да, это был размер small, но видите, у нее есть от extra small до extra-extra large. Есть большие размеры, и она довольно такая не маленькая. Если я на себя small натянула, значит, extra-extra large, он действительно большой. А, вот такая вот вышивка бисером, и у нее интересный манжет с двумя пуговицами. То есть можно делать шире, можно делать уже. Вполне достойная вещь. Сзади, видите, сзади в двух местах два вот этих вот листиков. И она даже, хотя это 100% лен, она не такая сильно мятая. Она как бы, ну вот, мятая, конечно, немножко, но не так прям, как будто из мусорного мешка вытащена. Хорошая вещь, красивая рубашка, ничего не скажешь. И брюки я решила вам снять. Значит, стоят они $80. Размер я примеряла 42. Допрыгались, что называется, да? Какое-то здесь название. Я даже не знаю этого слова, девочки. Давно живу в Канаде, но не знаю, что это означает. Значит, состав у них лен с вискозой у самих вот этих вот брюк. Причем, ну, льна меньше, там процентов 20, вискоза где-то процентов 80. А вот эта вот подкладка здесь вот пришита, вот до сих пор подкладка, и 100% хлопок, и вот эта вот даже вышивка, вот эта вот нитки сделаны из хлопка. То есть она очень хорошего натурального состава брюки, и хороший фасон, цвет красивый. Вот, понимаете, они вроде бы как не яркие, не броские, но в то же время вот очень необычные, оригинальные. Здесь кармашки, сзади карманчики. Вот такие брючки. И длину вы видели. Зависит от роста, но в принципе вот нравятся мне прямо эти брюки, прям очень понравились. Ну и, конечно, платье. Как же я без платья? Ну вы знаете, что оно не оправдало моих ожиданий. Во-первых, потому что размер я взяла на всякий случай large, чтобы не ошибиться. И оно довольно такое большое. Вот здесь. Здесь так нормально, в принципе, а вот здесь оно мне прямо вот такое объемное, очень плеча. Ну, то есть оно должно быть таким, знаете, немножко таким болтаться, но оно вот рукава длинные, такое, великовато. А, меня привлек расцветка, конечно же, привлекла, естественно, как вы понимаете, как я могла пройти мимо, и потом оно подходит под мою концепцию, все зелененькое сегодня. Меня привлек этот пояс, видите, какой тут на концах, такие интересные пластиковые бомбелки. Класс, красиво. Но, вы знаете, что я хочу сказать, он очень длинный, я замотала его вокруг себя, наверное, раза 4. И
он был настолько весь запутан вот в этих вот, вот здесь вот эти шлевки для пояса, и здесь еще вот эта вот штука, security tag. И все, все вот эти вот 8 метров этого пояса, и вот вместе с этими вот висюльками пластиками, он весь был вот так вот замотан, перемотан. Я честно клянусь, у меня взяло минут 10, причем они включили музычку такую бравурненькую, какой-то маршик, и я так под него, знаете, так... очень активно разматывала и проклинала того, кто это замотал вот таким вот образом. Ну, неважно, anyway. Вот такое вот платье. Что-то я не знаю, как-то мне оно на вешалке больше понравилось, а в жизни что-то, ну, мешок. Мешок с поясом, с воротником. Дорогое причем оно. Долларов 100 оно стоит, сейчас я просмотрю точно, но это, правда, единственное, что вискоза. Ну, вискоза, ну и вискоза. Почему 100 долларов за что? За пластиковые болтушки? Наверное. За что же еще? $100, размер large, 100% вискоза. Ну и вот такой вот воротничок, ничего особенного. Не знаю, за что такие деньги. Может, размер великоват. Даже манжета нету. Знаете, вот просто так вот. И вообще так плохо сделано, я хочу сказать. Видите, какие швы. Слушайте, в Заре есть вещи, которые сделаны намного лучше и стоят дешевле. Вот я вот действительно не понимаю иногда у них цен. За что они берут деньги. Короче, ну и вот этот вот пояс с этими висюльками. Честно говоря, я подумала, не замотать ли мне точно так же его безумными морскими узлами. Мстительно подумала я, чтобы тот, кто придет после меня его мерить, так же мучился, как я. Шучу. Я не буду так делать. Но я понимаю, почему. Потому что он 8 метров длиной, он очень длинный. И для того, чтобы он не болтался на вешалке по полу, и на него не наступали люди, не ломали вот эти пластмасски, и не поскользнулись, или чего, или не порвали, не это самое. Видимо, продавцы вот так вот обмотали его вокруг своей оси 150 раз, ну, в общем, короче, неважно. Короче, платье так себе. Плюс еще оно ко всему такое немножко просвечивающееся. Не знаю, вам видно или нет. Ну, что-то, короче, не понравилось мне совсем. Все, дорогие девушки, такие у нас сегодня были примерки, такие вещи. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вы повеселились вместе со мной. Моим возмущением по поводу орущих соседей по камере, по примерочной. Замотанных поясов вокруг себя по 150 раз морскими узлами. Я пыталась вас развлекать, как могла. Все, увидимся совсем скоро в следующем видео. Люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Пока-пока, Валя.